Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Bass World на канале. Так, погоди-ка. Звук у меня, блин, на мониторе стоит. Так, вот, все, переключил на наушники. А вот, что у нас, А у нас три сценария осталось. Я не знаю, попробую их добить сегодня. Ну, вот, прямо сейчас, этот ролик. Уже, чтобы потом начать играть, скажем, в туриста. Поехали, короче, играем. Начать играть в туриста. И здесь как раз у нас... тоже туристы. Совпадение. Так, ролик даже никакой не показывает. Ну ладно. Ну что у нас тут задача, блин, следовать по расписанию, походу. Чего они в заднюю дверь не идут? Чего они все в переднюю гонятся? Блин, девушка, ну юбку надо подлиннее носить. У вас, ну, либо садиться на другое место. Мне теперь зеркало, а вы меня от обзора отвлекаете. Вот нормальный деревенский, блин, автобус. А то им тут и карусы подавали. Что-то сегодня много у меня желающих прокатиться. А, достижение получено, полная загрузка. Загрузить полный автобус. Блин, даже стоя едут. Зато бабосиков, да, смотри, 1120 уже за две остановки. Хороший рейсик.
И куда это они все в 7 утра? Блин, я даже описание миссии не прочитал. Я в прошлом ролике в конце его, главное, прочитал. Потом со всеми попрощался и сказал, продолжим. Ну, уже в следующем видео. Блин, а тут сейчас что-то не прочитал. Ну, тут что-то с туристами у нас связано. Съезд туристов какой-то. Так, тут сейчас они начнут выкаблучиваться. А мы так не можем, да, нифига почитать. Блин, жалко. А, мы через болотистую местность должны тут проехать. Все, все, все. Так, а мы здесь проедем? Это же, блин, не Спинтайрос. Да ладно, ты застрял? Давай-ка назад. Объедем. Ну интересно, да, такой помосточек лежит. Проезжайте по не хочу. Проехать мы по нему не смогли. Ну ладно, не смогли и не смогли. Мы объедем. Единственное, что мы опаздываем, причем уже нормально. Как нормально? Ну, мы, я думаю, опоздаем как раз. Вам сейчас за опоздание влепят минус сотку. Если мы приедем в 37. На мосту время потеряли. Ну да. Что, будут то выходить? Ну пока смотри, пока штраф не дали, блин. Вот опять же есть, знаешь, вопрос к разработчикам. Есть миссии катастрофы, да, грубо говоря, там пожары, там эвакуация людей. Ну, даже пускай будет там миссия, где там случилась неприятность у коллеги по цеху, скажем так, на дороге, где там даже мы колесо, где он колесо, точнее, пробил, а мы забирали его пассажиров.
Фиг с ним, пусть будет. Но тут все-таки, я так понимаю, же не будни водителя. Тут больше же тема, связанная с Чернобылем. Опоздание, видишь, дали минус 100. А мы почему-то, блин, развозим пассажиров. Ну, возможно, возможно, нам показывают как бы жизнь в Чернобыле, да, до катастрофы. Что вот так вот здесь люди жили, жили было вот так вот. И потом случилась эта беда. Но расписание здесь жесткое, тут прям вообще не успеваешь. Даже если взять в расчет, что я там на мосту задержался, то насколько я там задержался. Не 2 минуты же я там выезжал. А тут мы уже с опозданием, наверное, в пару минут сейчас будем идти. Я бы притопил, но, блин, я тапку пол давлю, но не едет автобус по этой дороге. Видишь, мы должны в 39 сюда на речку приехать, а у нас уже 40. Еще минус 100. Еду быстро, скажем, насколько техника позволяет. Блин, да фары-то, собственно, и не нужны. Ну даже ладно, сейчас 3 остановки с опозданием. Минус 300. У нас 920. 720 останется. 620. 620, ну... Должно хватить это для прохождения миссии. Тут миссии, тут же главное в красное не уйти. Да, на золото, наверное, не пройдем. Да не, наверное, не пройдем. Ну, как бы фиг вы с ним. Блин, уже на 2 минуты опоздания. Прикинь. Классная остановка, конечно, называется болото. Интересно, чем больше опаздываешь, тем больше штрафы могут, допустим, за сильное опоздание вообще снять с маршрута.
Вот, в 43 мы должны быть уже на конечке. Ну, я думаю, на пару минут. Да, блин, что сегодня с голосом? Так, ну если даже по 20 минут где-то, грубо говоря, миссия, это час на то, чтобы пройти игру до конца. Ну, точнее, часть игры про Чернобыль. Да. Нужное количество денег мы набрали, поэтому миссию нам засчитают. Единственное, что главное, чтобы они открыты все были. Так, начался дождь с сильным ветром. По прогнозам, он может продлиться еще несколько дней. Было принято решение прервать туристический слет. Туристы уже ожидают автобус на оговоренных местах в лесу. Нужно забрать их оттуда и довести до Припяти. А в награду нам что, долгая дорога к Луге? Ну поехали, чё. Покатаемся теперь в дождь. Ну, у природы нет плохой погоды, поэтому... Должны. Так, вот так, все, все подсветочки врубили. Да ёб твою мать, проехал мимо. Сзади он тоже все горит. Давай заново начнем, а то иначе сейчас, блин, начнем не успевать. Да я с этими подсветками на карту не смотрел. Сейчас все быстренько. Если честно, нифига не видно. Это моя дорога. Да нет, это же река. Сейчас еще впендюрюсь у кого-нибудь. Дорога вот она. Я говорю, ни хрена не видно. А это, блядь, не дорога. Вон дорога прям за домом. Ну,
Нифига тут время потерял. Короче, такой водитель, который не знает дорог. Ездит по навигатору чисто. А тут бы какой-нибудь дальний свет. Я не знаю, он, возможно, есть. По-моему, нету дальнего здесь. Может быть, слушай, может быть, есть. Давай глянем. Так, управление. Что тут у нас? Функционал. Нет, фары вялы, все. Нет. Так ты мне скажи, ты бы в такую погоду поехал бы в полюс ночью, дождь, ветер сильный. Так, в 33 надо приехать. Ну вот, нормально, дамочка одета. Кто так пришла, села. У меня такое ощущение, что у меня время, блин, остановилось 35 минут. А что-то они мало платят за проезд.
Так, график немножко опережаем, но радоваться этому пока не стоит, потому что может случиться все что угодно будет здесь. Вот здесь расчет времени, мне кажется, вообще неправильный. Я шел с опережением, но я вижу, что я могу не успеть. А если бы я на последнюю остановку прибыл бы по времени четко, то тогда бы точно бы сюда бы не успел бы доехать. 38 нужно приехать. Тут 2 минуты дают, смотри, хотя тут ехать вообще, что тут ехать? Три остановки осталось. Давай, давай, быстрее проходим, проходим, проходим. Они как-то по трое стоят. Просто сейчас какой-нибудь разрушенный мост впереди, который придется объезжать. Хотя, по-моему, он как раз-таки вон там, где мы ехали первый раз. А сейчас мы идем в объезд. И объезжали, получается, да? Да-да-да, там у нас остановка сейчас. Вроде бы так. Трогай, блин, жму на газ, не едет. Засосало.
Блин, вот здесь совсем мало времени дали. Во-первых, тут не едет сам автобус, во-вторых, блин. Поворот на повороте. С другой стороны, мне кажется, это вот именно правильное освещение фар, потому что, ну, блин, даже на настоящей машине, да, когда ты едешь, особенно если такая погода, ты также ни хрена не видишь, видишь только вот перед машиной и все. А в других же играх, блин, особенно в ралли, я какой-то стримчик по ралли смотрел, сам я играть в ралли не любитель. Там весь лес фара освещает. Такое ощущение, что ты едешь днем. Понятно, что он там не с такими фарами, как у меня на автобусе ездит, но блин, все равно. Ох ты, стоп, а во что я столкнулся? В деревяшку, что ли? Теперь еще тут и гнать, блядь, нельзя. Деревяшки вон разбросаны. Тут пассажиры себя ведут нормально, тут недовольство всякое не высказывают. Так, 45-46 прибытия. В принципе, мы успеваем. Все зашли, никого мы там не оставили. Так, мы до станции Янов едем. На асфальт мы должны выйти. Главное не перевернуться. По такой колее ехать не нафиг. Что сбоку? А, там палок набросали.
Вот, хоть дорога нормальная. Так, ну на 2 минуты раньше приехал. А золото все равно не дали. А, потому что штраф был. Понятно. Так, ну чё, последняя получается за Чернобыль. Автобус, который должен был отвезти военнослужащих КРЛС Дуга, сломался. Вам предстоит прицепить его к своему автобусу и одновременно с выполнением рейса довести до Дуги. Это не будет так просто, так как путь предстоит не близкий, по дороге случится пара неприятностей. Ну поехали смотреть. Даже, блин, как-то страшно стало. Пара неприятностей. Так, а мне сейчас что надо? Мне на остановку. Как я буду здесь разворачиваться? Кто мне подскажет? Этот-то за мной стоит. А, он на жесткой сцепке. Тогда без проблем. И другое интересно, разве можно выполнять рейс, когда ты буксируешь транспортное средство? Так, в Копаче нам надо в 14:32 прибыть. Нифига себе, нам 11 минут дают. Действительно длинный рейс, ну хоть не каждые 5 минут останавливаться. Так, надо же ближний свет включать. Ага. На транспорте, который буксируешь. Я понял, он ломается. А которым буксирую, которым буксируешь, ближний, которого буксирую, аварийка должна гореть.
Если чисто логически, у нас тут всего две остановки. Даже если за опоздание по сотке снимут, это будет минус 200, а у нас уже 640. Поэтому это не страшно опоздание. Не хотелось бы, конечно, но... Что, по этой дороге можно, да, переть? Уже вот тоже неровно. Блин, ну пара неприятностей, я надеюсь, они не посчитали за пару неприятностей же ЖД переезда. Блин, в зеркало смотрю, его не видно. Он там не потерялся, он поворачивать начинаешь. А то, может, одна из неприятностей, что он у нас отцепился, мы тут нифига не видим, а нам подошло, скажут, он там где-то у вас посередине дороги. Езжайте обратно, цепляйте его. Так, а вот одна из неприятностей, да? Давай попробую с этой стороны объехать. Наезд, блядь, на пешехода. Да не трогал я пешехода. Столкновение. Столкновение.
Так, ладно, пока терпим. Я надеюсь, в Копачах у нас, или в Копачах, я не знаю, как правильно, кто-нибудь сядет. Нам нужны бабки. Платить за штрафы. Нет, там, может быть, и можно было как-то, конечно, вообще по другой дороге объехать. Ну, хрен его знает. Вообще, по-хорошему, блин. Пусть и во второй автобус тогда тоже садятся, там платят бабосик. Можно кучу людей везти. Прибытие в 32, да? Ладно, хорошо, хоть мы без опоздания. Но людей много. Сейчас, если все залезут, в принципе, денежка должна появиться. Ну, пойдет, что? Четыреста шестьдесят есть. Еще 18 минут нам пилить. По этой дороге можно топить. Давай карту глянем. Ну да, дофига. Красиво, смотри, природа какая, да? И, блин, это авария, блин, на Чернобыльской АЭС все это погубило. Красивые места. А теперь там только сталкеры за аномалиями охотятся. По кайфу сделана игрушка, атмосфера, конечно, здесь, блин, прям ощущается. Особенно вот эти миссии, которые связаны именно с аварией.
такое ощущение, что 86-й год там тебя вернули, и ты новости эти смотришь, и просто не веришь, что это произошло, блин. И как это страшно, начинаешь понимать, сколько людей погибло, сколько горя было, блин, у тех, кто каким-то там образом спасся, кто-то погиб через какое-то время. Очень страшная эта вещь была, авария. Так, ну и чё, он пойдет осматривать или ему двери надо открыть? Или проехать надо дальше? Да блин, нормально у меня все, командир, что ты честным людям пристаешь? Видишь же, работаю. В смысле на нейтральный видишь? Что, ломаться здесь тоже будет? Блин, конечно. Так, по какой скорости он не ломается? То есть двадцатку-то держать можно. Так, фриз какой-то поймали. Тридцаточку можно держать. Понятно. А здесь там что ломается по проселочной дороге, блядь?
Я на том автобусе, который мы сзади тянем, по этим дорогам так летал. А тут его тянут, а он решил еще ломаться. Капец, еще ехать и ехать. У нас 7 минут осталось. Так, ну больше половины, наверное, преодолели. И, по сути, у нас там техническое состояние того дружка, который сзади. Процентов, наверное, на 45-48. Он убит. Нет, даже не на 48, а меньше процентов. На 40-42. Дает нам основание полагать, что мы его довезем. Лучше опоздать, конечно, чем разбить автобус и вообще заново начать. Но опоздаешь, штраф дадут, ничего страшного. Блин, вся дорога такая до конца, или все-таки будет нормально?
Так, ну вот уже поворот я вижу направо. Это же который нам нужен, да? Блин, нифига, слушай, да мы нифига не успеем. Ты что гонишь, что ли, за 3 минуты такое расстояние? Надо убивать этот автобус тогда. Что, прямо не пройдем? Блин, ну здесь меня жесткие рамки ставят, извините. Обозначили бы, как, знаешь, зону, да, по какой скорости он будет ломаться, чтобы я понимал, ну, какой там я диапазон должен держать. А то я-то этого не знаю, вроде я начинаю гнать, он начинает ломаться. И тут где-то можно же быстрее, где-то, блин, где-то надо медленнее. Уже 48, то есть мы уже в расписание влезли. Тут вроде бы он не так сильно получает эти удары. Ну, на пару минут опоздаю, ничего страшного. Запас прочности нашего пассажира, блин, мы имеем. Поэтому пока топим. Мы почти доехали уже.
аварию засчитать. Да, 2 минуты опоздания, 1,5, там 2. Назад в СССР, пройти все сценарии Чернобыля. Так, ну вот, собственно, Чернобыль-то и пройден. Настройка двигателя, блин. Так, ну а здесь у нас юг Китая, но это уже... А что тут всего их 9? Наверное, я тоже пройду. Самое пока дебильное, то, что я тут видел, это вот цунами. Прям вообще дурацкая миссия такая. Тут как повезет, пройдешь, не пройдешь. Потому что либо тебя накроет, либо нет. Вот, ладно, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.